В Подмосковье стартовала акция по безопасности дорожного движения «Слепая зона». У нас очень часто аварии происходят с участием большегрузного транспорта. То есть, разбирая анализ таких аварий, да, мы понимаем, что это не за отсутствие опыта, там, это несчастный случай из-за того, что водитель попадает в слепую зону. Представители Союза безопасности дорожного движения раздали водителям информационные наклейки и напомнили об опасности слепых зон. По статистике, она становится причиной ДТП более чем в 70% случаев, а треть таких аварий связана с наездом на пешеходов. Люберцы – это стартовый город, с которого мы начинаем эту акцию. У большегрузного автомобиля несколько слепых зон, но наиболее часто происходят аварии вот именно с правым углом, правый передний угол. Мы как раз сюда наклеиваем наклейку, предупреждающий знак. Не только водители автомобиля, но и пешеходы могут попасть в слепую зону. Соответственно, читая эту надпись, они понимают, что находятся в слепой зоне и водители не видны. Надеемся, что благодаря вот этой акции станет меньше аварий на дорогах.